Привет, народ! Это будет небольшое видео. Я просто хочу вам показать еще одну ретро-мелочь, которая попала ко мне в руки. Как вы уже догадались, это бенгальские свечи. Но это не просто свечи. Этим свечам уже более 30 лет. Они сделаны по ГОСТу 87 года. Конечно, упаковка почти не сохранилась, но информацию на упаковке еще можно прочитать. Завод «Волна». Цена за 10 штук 18 копеек. 10 штук в упаковке. Ну и меры предосторожности. Давайте достанем, посмотрим, какие они. Так. Ну вот. В общем-то, они уже некоторые вот осыпались, видно. И давайте их ради интереса сравним с современными бенгальскими свечами. Вот такие они сейчас. Это, кстати, китайские свечи Made in China. Ну, вот они, собственно говоря, такие. А вот такие, которые сделаны в СССР. Видно, что они все же отличаются внешне. Чуть позже мы попробуем зажечь и эти, и вот эти, и посмотреть, как они горят. Так. Это Made in China. А это сделано в СССР. Разница, по-моему, заметна. Что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Хорошего вам настроения. Всем пока!